Ukraine'ı temsil eden gümüş medal mükafatçısı, the winner of the silver medal representing Ukraine, Gevorg Manukyan. Честно говоря, эти сюжеты меня тронули. Зверинец. Хотелось бы мне видеть хоть одного армянского спортсмена или болельщика, который бы так себя вел в отношении азербайджанских спортсменов за последние 25 лет. Причем, как вы заметили, толпа действует по мановению дирижера зверья, президента страны. Что ж, представляю вашему вниманию запись моей беседы с одним из популярных спортсменов Армении, чемпионом мира Артуром Алексаняном, который, кстати говоря, вот буквально 2-3 дня назад стал чемпионом мира. Мы ненароком затронули тему, с чего я начал эфир. Меня очень обрадовало, что армянские спортсмены, в отличие от других некоторых не армянских, ребята не просто думающие, но и застенчивые, не любят публичные показухи, а потому запись наша будет для прослушивания. От видеосъемок на этот раз мы решили отказаться. Артур, ну для начала хочу поздравить с победой, недавно вернулся из Испании, как там все прошло? Շնորհակալություն շնորհավորանքի համար, ասեմ, որ վերջերս եմ վերադարձել Իսպանիայի Grand Prix-ից, որը շատ ուժեղ մրցաշարեր էր, գրավել եմ առաջ տեղը, մեր թիմային էլ ենք գրավել առաջ տեղը, թիմը շատ լավ հանդես եկավ, ասեմ, որ շատ լավ մրցումներ էր կազմակերպված, բոլորս ցույց տվեցին, որ լավ մարզավիճակով մոտենում ենք աշխարհի առաջության. Я так понимаю, что именно вот этот турнир в Испании и последующие турниры послужили тому, что вы не захотели ехать в Баку и тренировались именно туда. Спазмится Масар Пачара, ничем о чем к нации Баку, Вордев, Ашхайра Арашцана, Падраствум, Вордев Аркани Шайнель, Масар Тепу, Маснаксен, Ашхайра Арашцана, Эульмена Харей. Համար չեմ գնացել Բաքու, հենց դա ամենակարևոր պատճառը, որ մոդիկի աշխարհարությանը համար չեմ մասնացել, իսկ այս մրցաշարին մասնակցում եմ ոչ լիարժեք մարզավիճակով, իսկ ոչ լիարժեք մարզավիճակով չէի կարող գնալ Բաքու, եթե Բաքու պետք է գնամ, ուրեմն լավ մարզավիճակով պետք, իսկ այս մրցաշարին ոչ լիարժեք մարզավիճակով եմ պատրաստվում, հիմնականը այս մրցաշարերը նպաստում են լավ մարզավիճակ ձեռքբերել աշխարհի խաղերից առաջ. Но вы следили, да, за событиями? Да, наверное, я следил, наверное, мы еще обычно не ходили, он андер ходил мардели, на самом деле, мы с спортсменами раньше отдав ходил мардели, зим пауфун, и в полном дехте сел, вор адербиджанцы не ходили. Как вам вообще наши спортсмены проявили себя? Паку? Да. Ты на самом деле, ничего, что мы еще одну медзер, ты говорил, что скидываем вор паку, хагера, это на самом деле медали не впереди, а отзад. Армасар Арфолорна Лавен Кодеморде. Ну, просто все следили и в России тоже, и везде болели, естественно, это, потому что здесь больше идет вход, даже не столько спорт, сколько политика, да, как превращает это все. Вообще, как вы относитесь, когда вот политика влазивает в спорт? То есть, мечта основного, как она тебе печа хорошо спортит, то есть, основного, это чисто асфальт. Ես պահվում է ցույց տվեցին, որ քաղաքականությունը խառնվել է սպորտի։ То есть это никак, да, не способствует, наоборот, сделать что-то лучше, больше там тренироваться, заниматься, а наоборот мешает, получается. Да, я Гехангару. Вашим тренером и наставником является ваш папа, да, в прошлом советские времена известный спортсмен. Это как-то способствует или наоборот? Ну, он, я не знаю, слышит нас или нет, он недалеко. Вот, если честно, хорошо, когда близкие родственники тренируют, или это наоборот как-то мешает? Да, я сам там марзичи ворог не лица кахвац, это да ворогов марзичи, но он пойман опыта кавчон, это парегам де, хайда де,
ազգականը թե ազգական չէ, կարևոր է, որ նա որակներով մարդիշն է։ Он как-то способствовал вашей профессии, вот, чтобы вы ушли в спорт? Антаяк, Майлу, Хорьях, Пайра, Амбишен, Ирэр. Снаран, Снайлов, Исцанга, Селем, Хорьях, Ваханец, Асенов, Амбишен, Тарнару. И в Канацелем, Амбишамар, им Цангу, Зямсен, Канац. То есть, если бы не были бы борцом, кем бы вы были? То есть, Асенов, ինչ հիշում եմ, նշամարդի մեջ եմ հիշում ու ասեմ, որ առանց նշամարդի, առանց սպորտից ինձ չեմ է պատկերացնում։ Понятно. Вот давайте несколько слов скажем о Гюмри. Я знаю, что в Гюмри родина очень многих известных людей, деятелей культуры, спорта. В чем секрет гюмрийцев? Какой-то воздух или какое-то иное воспитание от Еревана, там, от других регионов? Как вы думаете? Ну, ասեմ, որ ճիշտ եք նկատել, Գյումրին միշտ սպորտային հաջողություններով հարուստ երկիր եղել եւ Հայաստանում միշտ որպես սպորտային քաղաք առաջինն է եղել։ Իսկ ինչը օդը թե ինչն է, ասեմ, երևի աշխատասիրությունը, նաեւ հիմնականը երևի աշխատասիրությունը, որտեղ աշխատասեր ժողովուրդ է, մեր քաղաքի ժողովուրդը ու երևի սպորտմեններն են։ Հետո ասեմ, որ մեր մոտ մարիչներն են շատ ուժեղ։ Спортային քաղաք է համարվում Գյումրը։ Какие впереди ещё соревнования, турниры, куда собираетесь, куда участвовать? Մի քանի օր առաջ ենք եկել Իսպանիայից, հիմա հավաքներ ենք Երևանում։ Հետո մի շաբաթ հետո մենելու ենք Մինսկ, Բելարուսիա նորից հավաքների, որտեղ մի 10 հավաքական մասնակցել ենք։ Անցած տարի միշտ ամեն տարի աշխարհից առաջ մենք մասնակցում ենք։ Այս տարի էլ բացառություն չեք անում ենք, մի շաբաթ հետո վերադառնում ենք նորից այդ հավաքների Երևանում։ Եվ մեկնում ենք արդեն այս տարվա ամենակարևոր մրցաշարին աշխարհի առաջնը Լաս Վեգասում։ И такой вот вопрос. По-моему, весной этого года, наверное, следили, да, вроде бы как один из самбистов соседней страны присел во время исполнения армянского гимна. Вы бы себе позволили такое или нет? Во время исполнения азербайджанского гимна. Ես նորից եմ ասում, որ տեսեք, ես ասացի, որ քաղաքականությունը պետք է խանես սպորտի, այդ սպորտը բավջե ուրիշ աշխարհ է, եւ Կապշունը, եթե ադրբեջանցի է, հայ է, թե ինչ է, բոլորը սպորտներն են, բոլորը մենք ազգ ենք սպորտը, բավջե ասում ենք, սպորտը միացնում է ազգերի։ Я заметил в Армении таких проблем, по-моему, спортсменов нет. Да, չէ, չէ, մենք դեռ սպանը չենք անի։ Да, я заметил это. Դե ադրբեջանցի հետ նույնիսկ այդ իր բարքով ցույց տվա, որ ինքը հոգով թույլ մարդ է ու ինքը չի կարող լավ սպասնան լինել։ А вот есть какое-то, может быть, особая подготовка, когда вот приходится выходить на площадку именно с ними? Ադրբեջան, да, я ես իմ համարասեմ, որ ես յուրաքանչյուր հակառակորդի հետ տրամադրվում եմ նույն ձևի, Կապչունի, ադրբեջանցի, թուրքի, ռուսի, թե ինչ է, բոլոր հակառակորդներին է պետք հարգել, բոլորն էլ ուժեղ հակառակորդներ են, բոլորը տրամադրվում են նույն ձևի։ Остаёшься собой. И последний такой вопрос. Я знаю, что на постсоветском пространстве, в России, на Украине, в других странах, в частности, среди армян, очень много поклонников у тебя. Небольшое пожелание, если можно, от себя им. Я хочу сказать, что я очень благодарен за это. Я хочу сказать, что я очень благодарен за это. Я хочу сказать, что я очень благодарен за նրանց աջակցությունը շատ է մեզ պետք ու միշտ ասեմ, որ միշտ զգացել ենք, որ մեր թիկունքին հզոր ժողովուրդ է կանգնած ու իրենց շնորհիվ է, որ մենք այսօր այսպիսի հաղթանակների ենք հասնում։ Իրոք նրանք մեզ շատ են ուշ տալիս։ Чего еще тут можно добавить? Гордимся за наших ребят и будем всегда держать кулачки, в какой стране бы ни находились. А азербайджанскому руководству не мешало бы хоть спорт оставить в покое и не политизировать его. Тем более, пребывая в амбициях превращения Баку в спортивную столицу Европы. С такими амбициями нужны и мозги европейские. Иначе говоря, каждый осел норовит стать конем. Я о руководстве Азербайджана. Доходит даже до абсурда. Например, такого.
Mən Londondan gəlmişəm, oyunları izləyəcəm. Bu şəhəri belə təsəvvür etmirdim, çox gözəldir. Elə bir yer yoxdur ki, orada yüksək səviyyəni hiss etməyəsən. Yeməkləriniz isə dünya möcüzəsidir. Bir sözlə ifadə etsəm, siz mükəmməl insanlarsınız. Как оказалось, этот парень, что хвалит Азербайджан и азербайджанскую кухню, никакой не англичанин Джеймс Бонар, а обычный азербайджанец Сеймур Сафаров, живущий в поселке Бадамдар, что рядом с Баку. Вот даже на такие ухищрения идут соседи, чтобы зомбировать своих граждан. До встречи в эфире.